Генил, ребят. Привет. Сделать. И пожелать хорошего вечера людям. Вот, смотри, майкерский жест, да. Майкерский жест? Доброго вечера. Хорошего. Нормально, спасибо. А когда? Смешно, пиздец. Ой, сейчас громко будет. Уёбина! Ах ты гнида! Я хотела сказать... Ну вы поняли, да? Но я не сказала. Что это? Кто понял, тот поймёт. Бля, и пай как настроение поднялось. Посидел. Или Брошкович. Не зарегенилось, да-да-да. А, хардкор редди игра, ребят. Все нормально, все под контролем. Вот. Видите? Господи, я как... Какой ты отвратительный уебан. Извиняюсь. Почему нет, я... Патчи для класс. О, жопа. Такая вот у нас получается... Ядерная смесь. Жопа! Блядь. Жопа! Я думала, сейчас ударится. Неважно. Так. Что я там говорила? Он упал? Это мыло, пацаны. Неважно. Так. Что я там говорила? А пена для бритья это ей? А две щетки это мне и мне? Это на одну челюсть, а это на вторую, да? А пена, наверное... Так, что я там говорила? Привет, ребят! Здорово! О. А, да, да, да. Нормально, да? Окей, окей. Стой. Бля, какой же он кринжевый пиздец. Доебывается, потом убегает. Сын. Слушай. Ну тогда он меня поймет. Давай. Я сосал, меня ебали. Гениально. Лёшенька. Давай. Да похуй, с сигаретой можно прям уснуть. Бля, нельзя было спать с сигаретой, бля, пиздец. Пусть все будет хорошо. GTA перепутал с сериалом, да блюсик. Эта игра настолько реалистичная, пиздец, да? Почта поехала с виллой, смородиной в Ригу. А что мне в Ригу делать? Я вообще не хочу в Ригу. Что мне там делать? Я бы съездила в другие места. Зачем мне в Ригу что там делать? Давно этот трек не слушал, он такой ебанутый. А что за говно? Зачем так, мне она здесь играть? Есть подозрительное что-нибудь? Или это другая игра уже? Расшаряк, хорошо. Тебе сегодня это... Опа, нихуя себе, блядь. Выпустите меня! Выпустите! Вот это я детектив, пиздец. А как он там оказался, не понял. Ладно. Пиздец.
красава. Ну, вроде ничего не сломала, займись. Нормально, ребят. Спасибо, сразу тиктокеры видно издалека, да. Всего доброго. You used to call me on my cell phone. Посмотри, late night. Дебилка. На-на-на. Дебилка маленькая. Маленькая дебилка. Просто Пестров, это просто так чисто, блядь. Вы рады, чат? Вы довольны? You used to call me on my cell phone. Ляшу купил. Пиздец нахуй. А? 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 Алло, Леночка, как слышно? Можно клип, пожалуйста? Ага. Хорошо, дай два кофе. Спасибо большое, спасибо. Ага. Какая-то хуйня, пацаны. Вот, ты че купил, ебать, нахуй? Вот эта тема, блядь. Чё там? Чё там? Алло, носатый, ты хуйню купил какую-то, блядь, понял, блядь? Ну тогда давай. Он быканул или мне показалось? Не, шо, свои носки зачекирить или шо? Хилфигер? Как можно хилфигер вообще носить? Как можно носить Томми Хилфигер? Томми Хилфигер помойка ебаная. Томми Хилфигер помойка ебаная. Это правда. Кельвин Клейн заебись. Кельвин Клейн просто крутые. Очень крутые. Что белье, что одежда, что верхняя одежда. А Томми Хилфигер какое-то поносное говно. Просто поносное. Випку убери, там же девка. Вот здесь нет. Мы уже оружие видели твои носки. У меня самые чистые носки. Причем тут носки, когда мы говорим о тапочках. Найс, блин. Это ласка готовит, да? Что за хуйня? Как я готовлю? Уровень 80-й. Дружат, доверяют друг другу как друзьям. Это намного круче, чем просто ты влюбился, типа, и все, и ты ни хрена не знаешь об этом человеке даже. А когда вы дружите, вы можете сказать там, типа, я срать хочу. И он такой, я тоже срать. Пацаны, я могу сейчас вам сказать. Я могу сказать, типа, чё такого? Срать хочу. И потом на свои факты первый в туалет побежит, поняли? Вот это любовь, вот это круто. Вот его знаю. Повезет, чудачи нет. Это тот чел, которого он спас. Бля, просто Паша Дизель охуенный. Вот, охуенный. Просто плюс респект ему. Плюс респект, чатик. Кинули плюс реп. В чатик плюс реп. Знаете, что он сделал? Он, короче, просто вышел из пятерочки. Ну, получается так, ну, кто не слышал эту ситуацию, короче, он вышел из пятерочки и просто увидел, ну, человека в одной футболке, там было холодно, ну, знаете, сейчас вообще, типа, дождь, и без кофты вообще никуда, да, ну, если ты худенький, как я, например, да, вот, и он видит чувака вот в этой футболке, типа, и он сидит просто вот, ну, просит 1800 рублей, типа, на общежитие,
И он такой, типа, дай спрошу, типа, что случилось. А так получилось, что у этого чувака, типа, проблемы с суставами. И врач, короче, через неделю только будет, потому что сейчас он в отпуске. И так как у него деньги в этот момент закончились, он, типа, поэтому сидит сейчас и просит на общежитие, короче. Вот, и Пожган, ну, типа, я тоже отношусь так, знаете, скептически к этим людям, которые, блядь, сидят и попрошайничают бабки. Ну, типа, блядь, сидеть попрошайничать бабки, это просто, это самое последнее. Нет, у меня даже не будет такой ситуации, чтобы я буду, наверное, просить... Ну, типа, деньги, вот прям вот просить, типа, ребят, скиньте, пожалуйста, мне денег. Не, реально, скиньте, пожалуйста, денег, я живу на балконе, блядь, денег нет, ем, блядь, воду, пью воду. Вот. Сидишь, донаты просишь, и в бан улетел, братик. Во-первых, а донаты, они все добровольные, я ни у кого ничего не прошу. Вот, а, и парень просто взял, постримил, типа, с ним. Донаты, также улетел еще один чел. Я донаты не прошу, ребят, вы долбищи какие-то, реально, когда пишете о донатах, типа, я сразу забанила вас. На стримах ставить сборы, это не просят? Нет, не просят. Это не просят, это просто, ну, то есть, чел хочет вывести, допустим, просто голосовое сообщение, да, голосовое сообщение на стрим и просто, ну, как, сдонатил, все. Чтобы, например, если я не вижу его сообщение в чате, он задонатил. Если, например, у него просто очень дохуя денег, ему некуда девать. То, те же самые подарки от людей, знакомых тебе. Те же самые подарки. Ребята, вот когда вот бывает день рождения, да, и вот тебе в конвертике кладут, ну, типа, деньги туда в конвертик, и тебе дарят то же самое, только от незнакомых тебе людей, и все. Они тебя видят через экран, также дарят деньги, но только если их много, они дарят тебе деньги просто даже не в праздничный день, вот и все. Да, я не говорю за стримерш и стримеров, которые начали стримить вот год назад и в этом году. Я не говорю за них, потому что они истинные попрошайки, блядь. А, ну, потому что они идут стримить ради денег, это однозначно, типа... Вот, ну, которые вот начали стримить, например, вот год назад, в этом году, ну, и чуть полтора там, буквально чуть-чуть, даже два, наверное. Так у тебя дыры, так, блядь, с челом-то что в итоге? Ну, он, короче, ему дал денег, а, вот, даже сбор на отеле и еду, вот он поставил сбор, видимо, сделал пост, короче, работяги собрались. И просто покидали по соточке, по 200 рублей, челу просто, знаешь. Да я бы тоже скинула, если бы была на этом стриме. Я не была на этом стриме, я не знала, что он вообще с ним стримил. Типа, вообще без Б. У меня вот эти 200 рублей, знаете, я на такси типа просру, да, там, подписку себе Яндекс куплю, подписку на Буме, да. А вот эти 200 рублей, каждые 200 рублей с каждого чела, вы представьте, это очень огромная хелпа для чела, просто огромная. И сейчас, в этот момент, например, ему это необходимо. Вот эти 200 рублей, которые ты просрёшь на подписку в Буме, блядь. Все. С Новым годом. Угу. Подписка на Амедиа, да, то же самое. Дыры, да хватит. Я донат сделала после 5 месяцев стрима. Я вообще, когда начала стримить, я не знала, что такое донаты. Потому что я стримить начала где-то 3,5 года назад. Хватит обжевывать это. Да ладно, ладно, я шо, я просто меня бесит эта тема, когда люди. Папа это. Блять, на толстую хуй, блядь. Чё? О? Блять. А что за игра? Что за игра, пацаны? Чат. Пойду посру. Вот теперь он чище, только мне нужна вода.
закатывает глаза вот сюда вот и высовывает язык. И это как бы обычно происходит во всяких аниме, в хентае, под конец полового контакта, когда парень решает выплеснуть все свои эмоции, можно так сказать. Вот. И девушка подставляет лицо в таком положении. А как ты знаешь? Это общеизвестный факт. Я не шарю даже в таком. Достану из губы. Бля, она, у нее очень красивая улыбка, ля. Она очень красивая. Не, тихо. Что? Она очень красивенькая. Развидеть, расслышать. Что? Что не так? Не очень хорошее слово, Йосасубибо.